Значит так, нам сказали охранять это место. Вообще нам сказали охранять ящики, но ладно. Помогите! Ты это слышал? Да, надо пойти помочь. Охренеть, Шерлок, пошли. Мать твою, это раз... Что с ним произошло? Похоже на живое ранение. Кто-то его сзади убил. Ты это слышал? Нет. Эй, кто бы ты там ни был, не подходи, у меня есть оружие. Нет. Не подходи! Что? Тут и такой. Тем временем Костя держал рейс на Аляску. Блин, что-то от Артура новостей нет. Может, с ним что-то случилось? Мать твою, кто-то на крышу самолета стучится, надо пойти посмотреть. Так, стоп, Артур? Костян, а ты что тут делаешь? Да я вообще-то на Аляску летел, если хочешь знать. Так это, а зачем тебе на Аляску-то идти? Не спрашивай, там надо кое-кого поймать, а потом справиться с ним. Ну ты понял, короче. Я с тобой на рейс, ты уже отправляюсь. Тебе то что-то надо? Не, я решил тебе помочь. Ну ладно. Слушай, а что-то Сани давно не слышно, ты ничего о нем не знаешь? Да он сказал куда-то там в Анапу поедет, точно не помню куда он. Он ушел, его не будет долго. Ясно, Камабок где? Тоже не знаю. Ну ёб твою мать, что ты за человек такой? Бррр, тут холодно. Да, согласен, давай пошли. Ты идешь? Да-да, сейчас. Слушайте, может быть просто поговорим и все? Извини, разговоры не принимаются. А теперь ты либо уходишь отсюда, либо мы тебя пристреливаем. Ну извините, сами напросились. Что? Какого хрена? Отпусти! Ну-ка давай. Опа. И об землю... С одним разобрался. Теперь ты... Нет! Я не хочу умирать, нет! Что мой рот наоборот, Камабок, это ты? Да, это я. Господи, черт подери, что ты тут делаешь? И почему ты весь в крови? Долгая история, долго объяснять. В общем, в чем моя цель? Нам нужно обнаружить бандитскую группу русских солдат и потом их ликвидировать, так как они занимаются нелегальной продажей запрещенных веществ, так скажем. Учитывая то, что я знаю местоположение организации, мы можем использовать мой самолет. Верно. Держитесь крепче, мы взлетаем. Мать моя женщина, что это там? Мать твою, заводи самолет! Что это была за хрень? Похоже, какой-то лесной гигант. Мать твою, у нас разваливается самолет. Артур, надо эвакуироваться. Я знаю. Прыгай с самолета. Ладно. Как сын грустит о матери. Шуш. Вроде приземлился мягко.
Мать твою, хрень решила на меня напасть. Давай, подходи. Эта хрень еще живая, не так ли? Ну? Подожди, забыл меч. Стоит ли его подбирать? Уф, а он тяжелый. И он очистил меня от крови той твари? Интересно. Эй, кто там за деревьями? Покажись. Он чуть по мне не попал. Стоит ли идти в атаку или нет?